это один из пределов. На самом деле на Поварской когда-то было 4 церкви, именно на самой Поварской, не считая того, что в переулках. Но до нашего времени уцелела только эта единственная. Она была построена в 70-х годах 17 века, и сейчас она, собственно, имеет вот облик уже отреставрированный, хотя, в общем, если смотреть на старые там фотографии, то она не очень сильно перестраивалась, да, в дореволюционное время. Но сейчас она уже так реставрирована в 60-е годы, да, с советскими реставраторами. На самом деле, здесь на Поварской улице все церкви были древние, потому что это как бы это вся земля, да, бывшая Поварская слобода, Сытный двор, земли, которые были заселены достаточно давно. Вот, и Поварская слобода была царская, да, то есть она обслуживала царский двор, и до сих пор туда, вот в сторону Никитской, сохранились прекрасные названия переулков, да, воспоминания вот об этой слободе, столовой, надзор. Вот они, как бы, ну как это, начало 10-х годов, все меньше и меньше сведений, потом они совсем, и о Кекушеве точно неизвестны даты смерти, даты известны 14-й, 16-й, 17-й. И даже 18-й. Тоже самое неизвестное про, собственно, Сергея Сергеевича Шуфмана. Они как бы вдвоем вошли в этот активный дневник, да, его взорвали и вдвоем растворились, исчезли. Что-то бах в стекло. Вскочил и вижу, на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. Везде грабеж. И при этом через строчку в доме напротив нас молебствия. Принесли икону нечаянной радости, поют священники. Очень странно кажется это теперь и очень трогательно. Многие грабят. А потом уже переехали на вот, Малую Молчановку, вот этот замечательный деревянный домик, который чудом сохранился на наши дни, да, и этот, вот там уже они жили 4 года, с 1922 года, учился в пансионе Лермонтов, а в том доме, который стоял на этом месте, всего несколько месяцев они прожили, потом на Молчановку перебрались. Французский кабинет хозяина с камином, купленным в 1800 году на аукционе, камин Людовика XVI из дворца в Лувре. А Михаил Сергеевич Сухотин после ее смерти женился на старшей дочери Льва Николаевича Толстого, Татьяны Львовны Толстой. И у них родилась дочка Татьяна Татьяновна, знаменитая, которая потом стала Альбертини. Вот. А у Сухотина от баронессы Бонда было 5 детей, 4 девочек и мальчик. Переплетение семьи Толстых вместе с Лагубами через Сухотин явно просматривается. Поэтому усадьба для Толстого была знакома, он ее и описал. Ночь.